Всем привет! Мы сейчас идем в бар, который называется Applebee's. Уже почти 10 вечера. У них здесь после 9 happy hours. Все аппетайзеры, а также пиво за полцены. Так что мы решили сходить выпить по бокалу пива, съесть чикен-винсы. Да, 2 за ценой. Аппетайзеры за полцены, а пиво 2 за ценой одного. Да. Вот. Так что мы решили прийти, выпить пиво, посидеть полчасика. Ну и заодно запишем, что, как, чтобы вы увидели. А вот так выглядит этот бар снаружи. А ты хочешь за столик? Не, как ты скажешь. Ну, за бар. Давай за бар тут. Hey, how you doing? Hi. But, I mean, you can't beat the weather. Okay, how are you doing? Hi, good. How are you? Good. Do you guys have any drink? Beer? Yeah. We have a limit. Oh, okay. Can I see you guys' IDs? Oh, sure. What would you like? Blue Moon. Okay, they're 2-for-1, just to let you know, so. Mm-hmm. Oh, okay. Так как мы заказываем алкоголь, у нас сразу спросили наши ID, чтобы проверить, что нам есть $21. Do you need another menu? No. Yep. Chicken quesadilla. Ten classic wings. Mild hot or barbecue. I'm sorry? Mild hot or barbecue. What? Mild? Yeah. And spinach. It's the classic. That's a mild. Yeah. Okay. And spinach and artichoke. Thank you. Thank you. Yes. Вот мы заказали 3 аппетайзера. Они нам примерно обошлись $5 каждый. Это за полцены после 10 вечера, а как оказывается, они после 9. Вот то, что я ем, называется Chicken Quesadilla. 5.50. Оли классические Chicken Wings. 4.80 за 10 штук. И Spinach Dip. 4.35. Spinach dip это короче, какая-то зелень с сыром и чизом. Туда макать и кушать. Прикольно, кстати. Ну, в общем, все, что мы заказали, прикольно. Это наше любимое блюдо. Вот. Ну и пиво 2 за ценой одного. Это пиво называется Blue Moon. Это бельгийское. Но это не лагерь, это... Оно похоже на нефильтрованное. Оно не похоже, оно есть нефильтрованное, и оно светлое, белое. Вот как у нас в Украине было черниговское Білоніч. Вот оно чем-то напоминает то пиво. Оно тоже светлое, тоже нефильтрованное. Вкусное. И оно, кстати, подается с апельсинкой. Мы, кстати, сидим на баре. И вот, насколько я помню, в Украине мы никогда не сидели на баре. Я даже не знаю... Были ли у нас вообще бары? Ну, может, в некоторых ресторанах были, но не везде. Бары-то были? Нет. Кто-то там сидел или нет? В дискотеке только, потому что столики дорогие. А вот в Америке это очень популярно. Прийти, вместо того, чтобы за столиком сидеть, сесть просто на бар. Вот здесь, в Applebee's, он небольшой, он маленький. Но есть такие
бары, рестораны, где они просто огромные. Типа барные стойки. И вот мы тоже, мы любим сидеть на баре больше, чем за столиком. Ну, если мы компания, то за столиком. Если вдвоем, то на баре. Напишите мне в комменты, как вы в ресторанах сидите. На баре, если у вас они есть, популярны ли вообще у вас в городе бары. И, или вы предпочитаете сидеть за столиком. О, рука. No, can you bring us a check and small box to go? Sure. Thank you. Thank you. Вот. Три. Не доели, забираем домой. Thank you. Итак, в нашем чеке. Два пива, почти $15. Но мы заказали 4 пива. Ну, по сути, мы выпили 4 пива, но так как пиво 20 на одно. Thank you. Are you done with this? Yeah. No. You're done? Yeah, thank you. Так как пиво сегодня 20 на одного, так что мы выпили 4, но нам в чеке 2. 14.58 за пиво. И плюс 3 блюда по полцены, 4.80, 5.50 и 4.35. $2 налог, в итоге $31. Плюс я оставлю чаевые, $34. Ну, короче, у нас 31, я до 40. Подобью. Вот, оставлю ей почти $9 чаевых. Вот. Я дал карточку, она сняла $31 с моей карточки. И сейчас мне надо оставить ей здесь чаевые на чеке. То есть здесь 31.27, я пишу 8, сколько, 73. И тотал будет $40. И подписываюсь. То есть по этому чеку они потом доснимут 8.73. Вот. И такой же чек я забираю себе. Вот и все. Посидели в баре, выпили по 2 пива, съели 3 блюда. Вместе с чаевыми, с налогами нам это обошлось $40. Вот, я только что посчитал, что 8.73 от $31 это почти 28% чаевых. То есть это хорошие чаевые. А, почти треть. Вообще принято оставлять 18-20%. Ну, если больше, это хорошо, если меньше, это уже ты жлоб. Вот. Ну, у меня получилось 27%. Так что я не жлоб. Ну вот, мы и покушали, вышли из заведения, из бара, забрали с собой то, что не доели. И так как Оля выпила меньше пива, она будет за рулем. Напомню, что у нас во Флориде можно после одного пива ездить.